Как-то бывало, Хэмки не танчил, да? Давай, наверное... Бот называется Зинаида. Отлично. У нас сейчас опять начнется так, что танк, который не танчил, не выиграет, потому что из-за этого будет все очень долго. Просто с паладином было то же самое. Компот, не хочешь за меня посидеть? Ну, из-за твоей ИП полутаешь. Наконец-то. А? Бота убрал, наконец-то. Я говорю, Компот, ты не хочешь на замену посидеть? Заодно ИП полутаешь все равно, и КД, без КД будешь. И стрим посмотришь. Да, пожалуйста. Да, и стрим посмотришь, как там правильно мы Хэмки убиваем, правильно. Ну, чтоб потом не было вопросов. А что там в Хэмке-то? Ну, Алголона танчил, собрание Хэм, ты ж, ну, тоже там все надо уметь делать. Лучше посмотри на стриме, как это мы все делаем, потом пойдешь еще раз сходишь с нами. Я да помню, сути... только некоторые, помню, что сердце убивать нужно, что. Это изи боссы, это изи боссы. Это именно что конкретно я боюсь за собрание ХМ, за Алголона ХМ, за Торима ХМ, и кто там еще у нас такой сложненький. И Мимирон ХМ. Я Сильваныча взял как раз вот на проводение у нас танчил до этого. Все подряд. Сильваныч пусть ретрики идет или что там? Не, Сильваныч хороший танк. А, ну у него танк хороший, да. А, у него танк. Ну все тогда, я сейчас стрим ссылку скину в Дискорде. Там посмотришь. Если кто-то хочет в рейд, вот у нас Сильваныч вместо меня, я могу посидеть. Не, нихуя. Вы переоцениваете мой вклад, типа, после того, как я, блядь, просидел за этим компом, блядь, 12 часов. Все, я сделал скрин. Остальные все замена. Начинайте суммонить, ребята. Там еще Дон писал, что ему отписывал Ирэныч. Ирэныч — это Полюшка, походу. Дон, проснись. Давай ускорение сразу туда поедем в арену. Тут у меня волк, нажимаю ускорение. Так, Рене, сколько тебе сколков осталось? 6. 11. 11? Давайте еще 2 КД как минимум. Ну, если упадет 6 за 1 КД, то да. Так, получается, потом у нас идет по очереди идеальная. А потом я решу, кто. Может, я себе нахлепал, буду собирать мини-факт еще, если я буду интенсивно играть. 6-8 пати будут кикать? Шипы, да, я пришел. Потом... Да, я сейчас скрин сделаю. Давай, я за скрин. Поскринил? Все, отлично. Чего ты хочешь, Фейка? Осколки? Нихуя себе. Хотя надо было на Эрдру раньше начинать играть, а не на маге. Тебя маг... Я тебе поставлю на осколки на мага в посох твой. Делайте ТП. Он Суза еще хочет на замену. Да, возьми, я его взял, переделай скрин, пожалуйста. Как много всех пришло сразу, когда новый контент объявили. Ну, хорошо, хорошо. И, а, кстати, на острове можно ше уже обновить? Нет, не, со второго числа будет. Найс. Надо квестики еще поделать на шею, это ничего. Бля, да я жду, я надеюсь, скидки будут, и я смогу себе купить эту шею. А там хуяк 200 этих надо будет, я... Да нет, 50 на АП. Нет, 50 будет. Там уже все почистили, да? Да. А, да, тэпайтесь. Только это... Так, ты сделал скрин, да? Я сделал скрин, но слушай, я никого еще не разморозил. Потом я после рейда этим займусь. Или давай даже завтра, типа, лучше. Да, давай завтра, хорошо, в принципе, не это самое. Не критично. Так, поехали, короче, по меточкам. Так. Дон, ты куда сел? На звездочка, хорошо. Ты говори, что ты пишешь, у тебя же микрофон. Ты команду себе набрал, нет? Дон, ты команду себе набрал, алло. Дон, привет. Не, он не набирал никого. Все. Рос хрипатый к звездочку. Он уже в уголку уже готовый стоит.
Так, я сяду на квадрате. Ко мне сядет команду Исполин и... Второй, ты как там... Факин, короче, факин, садится ко мне, квадратик. Так. Так. Кто из хилов умеет управлять хуйнями еще? Ну, тьме. Ну, вождение. Водить кто умеет? Никто не умеет. Я. Неверлайн, садишься на Луну. У тебя летает Водифьюри и Дрищ. Так, печенька садится на скубов. С тобой все. Летает Айнан и Мягко. Да, это Мягко. Так, без метки сядет у нас за руль Фейп. Тебе в пассажирку сядет Фейка. Фейка просто колчана натягаю, все. Кубок не починился. Ну, я еще жду человека. А, мы все уже сели, да? Я не вижу. Так, я вижу все. У меня все сели, отлично. Катапульту сели там у меня, в мою метку? Нет, я не могу сесть. Пересядь. Ну, все. Все, да, в катапульту? В катапульту сядь. А там кто-то сел уже. Да нет у меня ни катапульта, никого нету. Вот фукин Мэнг бегает, вот теперь вижу, есть. Садись, я такая. Так, по этим самым, по тачкам, по танкам точнее. Так, поехали. Идеально за руль садись, череп. Тебе Лангрис, пассажир. Так, следующий метка череп. Так, Корне за руль. Банан к нему. Я уже в этом. Где ты? Как его там? В трофейной осадке сижу. Как обычно. А, все, ты сидишь, да, окей. Тогда к идеальному сядет у нас Гудлик. Гудлик, садись к идеальному. Корнесу сядет у нас Торгор. Торгор, это Корнесу садишься. Вот метка череп. Так, следующее. Метка череп садится у нас сейчас. Кого еще не назначал? Блять, Узи Хантера. Сливаныч, задавай за рульчик на черепок. И к тебе Узи Хантер сядет. Поставьте шкаф, суманите Узи Хантера, пожалуйста. Отлично. А стоит же шкаф, стоит же шкаф. Суманите его. Я просто он тут, вон он бегает. А, все. Садись в черепок. Умеешь там, знаешь, что там делать, да? В танке. Все. Так, еще два человека незадействованные нужны. Кто еще такой не назначал? Я. Грейснайп. И кто еще? Лангрис. Лангрис, ты же назначал вроде бы. Меня Гудлик подсадил. Все, я понял. Давай, Лангрис, садись в череп. К тебе сядет Грейснайп. Так, Сливаныч справа ловишь трэш, Корне слева ловишь трэш, остальные танки сидят на боссе, сбиваются ему косты. Калачедан сбивается, сейчас поехали, будем пулять. Да, Гудлик. Потом кину, Арчина. Дон, тебе дам это самое, у меня жмут повесился на 10 минут. Ответственно, распределишь. Все готовы? Танки запускайте. Ну, танки вы эти самые. Пуляйте. Запускаем людей. Ромбик, меточка уезжает от этого босса. Уезжай, уезжай, луна, уезжай, сейчас тебя зажмет, блядь. Быстрее. Ну что ты там, блядь, копошился, кто там за рулем, блядь? Неверлайн, блин. Сдох хуя. Быстрее заливайте эти самые. Мне ускорение не дали. Все отлично. По своим меточкам подходим. Быстрее по своим меточкам. Быстрее. Стаки обновляем стаки. Люди, садитесь в катапульты. Катапульты сели.
Садись катапульт. Алло, фугимайн, быстрее сядь, кто там у меня сидит. Нет, запускаем людей, запускаем людей. Спалин сел? Да, да. А чё я тебя не вижу в пассажирской? Ты куда сел, блин? Сейчас, хлопчу данные сильны с центра. Заливаем. Притяни меня хоть сюда на землю, бой. Угу. Еще один там попробуйте мне. По своим меточкам сразу разбегайтесь. Поближе стань. Обновляем стаки, обновляем стаки. Зря ты побежал. Сели в катапульты. В печеньку людей. Мотоцикл сесть. В печеньку мотоцикл садись, сесть. В печеньку сядьте печеньку. Кто-нибудь быстрее. Ускорение дай. В печеньке. Ускорение. Спасибо. Все, давайте, добивайте босса. Че ты запулился-то? Выкидывай его нахуй с тачки, блядь. Выкинул. Так, ну одного нету. Одной пушки так. Нету, одну Колчу точно. Дан. Ну, одну должен быть. Сядь, блин, ко мне, сядь в катапульту. Так я ж на этом, на бой. Сядьте кто-нибудь с катапульта, я сейчас закинул человека. Хрипатый рядом живой, хрипатый умер. Все, я добил, выпустил человека, давайте то самое. Добивайте пушку там сверху. И добиваем босса. Все, встан. Все, добивайте босса, все, похуй на все. Сядьте ко мне в кто-нибудь в пассажирку. Колчеданы сбивайте сверху. Все, добивайте босса. Все. Выходим в стадик, идем чистить трэш до робота. На робота хрэм сейчас идем. По оправданию, меня просто колчедан не тянули, не давали ускорения, поэтому я и застрелился в углу. Да ты там ерзничал, что-то, блядь, не двигался даже туда. О, я хотел двигаться, но у меня ускорения не было, я начал поворачивать. Но... Mm-hmm. Давайте, ребята, быстрее, это времени очень мало, надо быстро все закрыть. Поднимите мягко, либо встань, побеги, там есть портал. Всю хуйню скидывай мне, боешки там, все остальное на продажу КБ будет идти. Так, по поводу ролла, мы сейчас будете ролить, просто рольте. Т4, Т8 шмот ролится. Тринки, ну, ценные вещи будут по приору ходить. Просто ролл кидайте, все. Т8 перепутал. Танки пуляйся. Так, первых механиков заливаем. Техников, то есть. Станьте, пожалуйста, все в одну кучу, чтобы этот большой робот не чаржился. Либо ренжу возьмите. Лучше к нему подойдите впритык, чтобы не было чаржа. Так сказали, что Саня вроде все скидывать, пылить. Не, ну это всю хуйню, типа боешки и... Я понял. Дайте стан быстрее по этому утилятору. Стан по утилятору быстрее, сейчас мут уже не будет. Кебаб, а ты помнишь, что ты сказал, что пыль будешь мне скидывать? Ну, пыль я тебе с твоих шмоток скидываю. А, подожди, нет, это Дон... Я вас путаю. А зачем пылить этот мои шмотки? Не такой уж плохой у меня ретрик. Да не, мне этот Дон зелень скидывает, я его пылю обратно скидываю. А вас я просто путаю, все нормально. О, блядь, раки. Там. Все, добегаем, ставим рыбу и, блядь, готовимся. Сливаем на часовой танчик, если что, на полный него делает. Дайте столик еще.
А почта есть у кого-нибудь? Начинается, блядь. Чё ребята раньше не сделали это все? Не приготовились. Почта G слева стоят. Фейка, давай там, что здесь? Хочу столик. Все, давайте фулбаф приеду. Пойди со специями, рыбка. Обойдетесь. На тяжелом босс обойдетесь со специями, блядь. Причем на пол. 300 баф. Лапа есть. 300 баф есть. Фейка готова? Давай, отпивайся быстрее. Чё, бля? Пружинки только не сдавайте, дадите на когда будет это самое. Сердце будет. С черепом уходим идеально. Дрыщ, я в тебе не сомневался. По сердцу заехали. Ловить этих больших дробовщиков. Геру, да, на пульте дробовщиков на танка. Далеко не уходи, миллионы хлебати. Валк вышел с черепом. Вискру кастеры сыграли. Айнос рейда, ближе к миллизоне. Прохил парейда дали. Вискру фулл ДПС кастера. Лангрис вышел с рейда, подальше от рейда. Лангриса прохиливайте там. Так, на мне. Не охится. Кассеры сыграли. Искру. Прохил по рейду, быстренько искру залили. Гудлик раскол, дай. Кто там, блядь, стоит с крестом? Банан вышел, блядь. Банан, выйди. Диску сыграли. Фейкер с рейда. Два, не слакай, пожалуйста. Рос рейда. Прохил розу. И прохил по рейду дали. Масаку может убить. Диску сыграли крестеры. Мягко вышел с рейда. Торгор ближе к милизоне вышел. Ближе к миликам беги. Не впритык так. Кастеры в водозону, фейка вышел с рейда. Кастеры в искру. Фейка, если что, глубоко дашь. Готовься блинковаться. Блинкуйся. Внучка. Иванович. Где снайп ушел? На скруху забейте и добивайте босса. Там миленький залвешив. Гимн на ману дайте. Сплин. Ой, сплин. Где снайп? Прохил бреда. Кассеры в искру.
Слейда там черепушим. Да. Добивайся просто. Так, идем чистить трэш, я лут распределяю. Все, пошли, пошли. Донт, иди, я там распределяю. Поехали, краса поролу. Блять, надо было нахули полапить. Ебаный, это хорошая кира. Паролу или по ЕП? А, по ЕП эту хуйню. 239. Я сейчас релогнусь. Так, чантеры кто плюс рейс? Чантеры, фейка. Сам спишь, сколько прибыль. Посох. Паролу. Два тотема паролу. Ролим. Грейку. Потом сролил у нас у Рейку эту 28 фейк. Все, чистили трэш там, ребята. Кто у нас донейт сейчас? Из кастеров. Нет, вроде. Из кастеров именно. Сейчас я посмотрю. Так, 34-я пати никого донейт нету. 5-я пати у нас... нету донейт вообще, так что... Камушек да, все оставили. Уже очень давно нет донейтов, типа, в рейдах. Это бесполезный класс, блядь, на сервисе. Ну, они скоро реворк сделают, там вроде меткость будет кто-то другой давать, поприятней. Направо нам. Направо, ребят, на Алкалону. И пошли этого убьем собрание по фастику. Попадем направо. Да не, давайте Алкалону. Налево пошли все. Убиваем собрание, потом на Алкалону. Слушай, отдайте ребаф, пожалуйста. Сань, я там этому сейчас... Кимсику на собрание слот дам. Так, на следующий, блядь, пойду я на халипаре, блядь, наверное, рейд полутаю, много груда хочу полутать. Так, вы с кимсиком меняете, да? Да, на собрание. Хорошо. Лестница мягкая, пошли дальше. Го-го-го-го-го-го. Чё? Второй рейд уже был в четверг. Ну, говорит, согласовать. Ну так ориентируйтесь. Сейчас на следующем КД у нас это самое, будет новый контент. Я думаю, вообще буду одно убрать. Ну, без тимитов. Кому надо будет проходку, просто запустим людей. Не, ну насчет ульды с хэмкой, по-моему, нам нужна она. Зачем она? Потому что, ну, тут бисовые шмотки падают даже в следующем контенте. Вы знаете. Ну, 39-е с тремя сокетами лучше, чем 45-е с одним сокетом. Гудрики, если, если задеру цены на IP, то, блядь, приходит все, посмотришь. Давайте рычи на пол. Так, кимсика сум, быстро. Лол, у меня на ретрика с ульды 25, в следующем контенте 4 бисовых шмотки. Так, Сильвана Шисол всех отанчишь, да? Все, на пуле Цин Сильвана еще. У нас Робер два ханта. Кимсика, быстро принимай сум. Нет, МК я с мага меняю, сорян. Кимсика фулл ребаф, поехали. Го-го-го-го-го-го-го.
кто его когда забирает? Давай первый у нас... Не, разберешь первый? Неверлайн, алло, блядь. Все, Невер первый забирает. Второй забирает Пюрекс. Пюрекс тут. Плюс поставь, если слышал. Все, остальные там больше никому не забирать надо. Костры режьте, води там. Что я подлужу. Щит фейка, подисплей, пожалуйста, щит. С этого, с креста. Сильваныч, ты можешь становиться лицом в лужу, когда выводишь сталелома, и тогда мелкие подойдут нормально. Агро, 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 агро. Гудвик, скинь. Айна, санишь сам. Заберите быстрее череп свои, да. Айна, фулл ребаф быстро. Выводи, 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 выводи. В крест играем сейчас, по второму виду. Кассер и Ренжу взяли. Кассеры вышли и Ренжу взяли между собой быстрее. Сейчас полетит первый прикол. Готовимся, лужа сейчас будет. Сейчас щит прокастует лужу. Нет, лужа есть. Щит, разбежались. Все, вышли, 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 вышли. Ренжу взяли сразу под босса, у кого метка будет. Или не надо уже под босса, уже изменили механику. Нормально, добивается череп. Я скажу, когда стопнуть урон по черепу. Так, Невер, готовься забирать. Умирает босс. Так, разбежались. Разбежались, разбежались, сейчас будет уже по-новому. Зашлись. Добиваем? Добиваем. Невер, готовься забирать, подальше от босса. Скажу, когда забрать. Забирай. Уходи, 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 уходи. Все, забирай, Иси Иванович. Геру дали фулл ДПС по боссу. Чуть-чуть подтяни босс в лужу. Да, чуть-чуть на себя подтяни. Все, стоп. Невер, озвучишь, когда будет 10 секунд. Даже 5 секунд. Пюрикс в вордозону готовься забирать. Десять секунд. Угу. Продолжаем бить. 5. Забирай, 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 Пюрикс, 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 забирай. Все, отлично. Забирай, Светлана, еще. Забиваем боссом. Все, ВЦ, идем дальше. Поднимите Невера. Пюрикс, выйди с рейда, чтобы не взорвал нас. И Пюрикс, лестница еще. Поехали. Ролл. Ой, по ГП даю. Плечь. Лестница 9. Кимчик, ты за этой шмоткой хотел, да? Да, он за ними и за этим кинжал хотел еще. Сколько там, 150, по-моему, за это самое, да? Если не ошибаюсь. Грудак надо кому? Роу. Мне на Лока надо. Ботинки. Мелики. Тоже пробовал. Перч. Так, а сколько этот? Давайте пробовал. Или по ГП лучше ее? По ГП лучше. По ГП давайте. Не-не, не по ГП, по ЕП. В смысле, по ИП. Ну, у кого больше ИП, тому отдаешь. А, типа, ну, с него ничего не падает. С него нету шмота.
Это просто ключ от Алгалона. Типа, кто чаще ходит, тот и полутал. Ну, хрипа там. Хрипа-то есть у тебя? Да там половина есть. Так, второй Неверлайн есть у тебя? У кого много ЕП, у кого нету. Айнан есть у тебя? Да, у этих всех есть, мы же много раз убивали. Блядь. Ролс, Корнес, Мяка, Лангрис, Валк. По идее, Войду, потому вот, что... Вот, кстати, Войду. Да, Войду, реально. Войду, да, короче. А чё у меня только двух человек? А, всё, вижу, нормально. Судим дальше. Всё, можете заходить, дверей нет уже. Блять, я вообще в конце нахуй подпрессу. Сука. Я тоже. 4-4 быстрее опять. У меня вообще все логи слетели, у меня все поломано. Толмивена нету, нихера нет. Блять, я же... Сумнете меня, пойду за квестом, кстати, я забыл. Только ставьте шкаф не над пропастью, он сейчас проваливаться будет. Да, сумойте спарапедовать здесь. Перемещение завершено. Запуск... Так, фейп-рейд. О, страту просит, это страшно. Сейчас я приду. Обычный страту говорит. Все знают. Кастеры... Так, мы по тактике как убиваем. Кастеры стоят разведоточно друг у друга, да? Да. Так, по сверкам у нас играет Неверлайн и Узи Хантер, два Ханта будет. Если что, что Айден поможет еще сверки позаливать. А у нас этот Шаман впервые здесь. Ну, пусть Узи Хантер тоже пусть смотрит. Неверлайн, значит, тебя ассиста. Будешь метки ставить, как я буду заливать. Хорошо. Сейчас я релок лучше делаю. Войд дай. Войду дать? Ну, он обычно ставит метки, которые заливать. Хорошо, Войд давай туда себе дам. Да, будет. Блядь, скиньте еще раз, я ничего не отменял. У нас кто здесь танкует? Сильваныч. Сильваныч и ДК второй. А, ну всё. Бля, а что тут квесты не могу взять? Ну, по 50 пока, да, еще? Да. Да. Ой, блин. А у тебя какой квест? Я вот такой сейчас с этого сдал. Сейчас, секундочку. Сейчас, 2 минуты, ребята. Возьму квесты. А что ты Гудрик переживаешь так за ГП? ГП всем буду давать Гудрик косячить. Ничего сложного нету. Угу, Гудрик проебал половину контента, блядь, сейчас ноет. А нужно было Гудрик, ну ты же на замене много раз сидел, правильно? Нужно все это время смотреть стримы. Там тактика изучает. Ты еще пизду, ты понимаешь? Мои стримы, допустим, да? В ID Fury, давай это самое, ты понимаешь? Смотрим. Давайте сейчас будем запускать босса. А как раз у него появились квесты. То есть 4 квеста. Короче, было? Шаман тут будет кара. Это такая красная хуйня под ногами будет. Сразу убегаешь с нее на расстояние 15-20 метров. Дальше по команде заходим в портал, будет портал. Зайдешь в эти порталы. И потом сразу выходим с портала, как с портала выходим, сразу рейнджу держим между собой. Причина по. Все будет озвучиваться во время боя. Сейчас каспоты, предпоты, ничего не пейте. Кастеры ренжу взяли вокруг босса, тотемного центра поставили. Рос, Иваныч, хрипатый. Ой, рыбу ставили, кстати? Кто первый танчить будет? Давай, если Иваныч первый. Ну, а, нет, ДК первый, ДК первый. Рос, ты тут? А, рыбу будет, да. А то мы же умирали с Пирксом. Я вылетел. Поставьте рыбу быстрее. Со специями желательно. Кса, да, где рыба со специями? Не ждите, вот здесь вначале поставьте ее на входе. Вот где печенька сюда, поставьте ее, наверное, здесь. Саня, есть маза, короче, ГБ поставить, оттуда достать рыбу.
А есть там ГБ, да? Ну, вроде была. Поставьте ГБ кто-нибудь, сейчас я возьму. А он стоит. В предпоследней ячейке. Я взял. Поставлю рыбу, нет? Да нету никого. Сейчас я поставлю. Что, зря боежки продавали? Все молчат, как рыбы. Не пали. Исполин зашел? Да. На пол. Нерлайн, хавай быстрее. Угу. Зихантер готов? Все готовы запускать. Кастер, рейнджу сразу взяли. Кто первый танчит? Сильваныч? Нет, ДК. Сразу все свои прожимки, сразу Геру готовьте все свое добро. Бляем, Геру. ВПС. Максимально быстро все дали. Бля, еще КДР Гера, ёб твою мать. Все, ладно, потом Геру дадим. Собирать этих ледочки. Так, Фьюди Фьюри, сайт, все, сайт. Заливайте метку. Кара, отошли, кошли, кара. Кара Мелизона там, кара аккуратно. Прихил парейда. Так взрывается криво, блядь. Подняли лепест ей ПХП, Лангриса и банана прохил. Больше зато помогить. Звезду залили быстро. Кара, одна секунда, пока стопнется за звездочкой. Стоп. Дайте этот. Вышли. Прохил. Все, норм. Залезьте звезду еще одну. Готовимся, скоро будем заходить в портал, я скажу куда. После выхода с портала дадим Геру. Портал со стороны печеньки. Возле печеньки, видите, здесь? Вот здесь вот будет. Скажу, когда кара вышли, кара. Где Фьюри, метки не вижу. А, все, вижу, есть. Готовится, 40 удар сейчас будет. Каст. Заходим порталом. Зашли портал быстро. Вышли. Дали Геру ДПС. Визи Фьюри, Бэр. Идеальный Визи Фьюри, Бэр. Кара, вышли, кара. Бэр по Визи Фьюри. Идеально. Умрёте. Хантовскую метку поставил пока. Так, сколько там процентов я не вижу? 55. Переход под вас? Да. Еще. Кара, вышли, да. вышли, кара. Смотрим, где красные метки. Выходим, горизонт прихера. Спринг и снайп, как это самое. Так, пока БР не сдаем. Диван, пока так. Сливан еще прихил. Кара, 5-3 секунды, готовьтесь. Берегитесь. Банан наш бар по идеальному. Кара, вышли. Кара, Сильваныч, успи. Бабл себе дай. Подними, банан, нервально поднимай прямо сейчас, давай. Готовьтесь, портал скоро будет. Поставьте метку, уже ком, мы заходим. Печеньки, видите, иди сюда вот заходите, где печеньки стоят. В этот портал двигайтесь. Берегитесь. Заходим порталом, зашли в портал. Вышли, ружу взяли сразу, рендж. Или давайте басом. Приводим. Сейчас одна взорвется. Отойдите оттуда, милики. Кара, вышли. Кара. Смотрим, где красные метки. Ой, блядь. Сколько процентов? 28. Ведем, успеем. Просто в босс. Кто там еще у нас с БРом есть? В Дефьюри дай любому БР, кого видишь. Торгор, вставай сам. Фейку поднимаю. Давай.
Только босса в центр поставьте, чтобы мы сейчас не попроваливали. Кара, всё, дошли, дошли, кара, 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 кара. Что, босса в центр. Блядь. Дайте гимноману, если есть писты. Гимноману, ты на ману, дали. Кара, вышли. Мелизона вышла. Все, вам еще смотри аккуратно. Пес. Ямбус. Суровый удар. Порталы. Что добивается плюс? Массакру дайте, кара. Кару, массакру. Кара, вышли. Блять, портал зашел, сука. Да ничего, уже все, победа. Все, БЦ. Лесните меня, пожалуйста. Опа. Что-то криво ходит сейчас. Ой, щиток упал, бро, БЦ. Кому щиток? Селивантычу, скорее всего. Не знаю. Так, а спал сейчас это не дал. Ну или рост там будет сейчас нидить. Все, идите, короче, на следующего босса. На это, на руки. Гибли, не успев издать ни звука. Так, это для чего хуйня остался? Это квест на шмотки. Сейчас я линкану. И все время я оставался холодным. Короче, давайте потом до нее дойдем. Так, поехали. Посох меликовская и хантовская. Мусор, только на этого. На кота. Да. Надо тебе хантер тебе? На БДК вроде, Дон Горилл Бисовая. С йога. Там с меткостью с йога. А, я, значит, путал их. Так, фейки на раз. Я линкую две шмотки сейчас. Так, ботинки. Ритрикан холики. Приош. Припаты 21,85. Блять, какой же щит пиздатый нахуй. Ох, блять, надо было наварить. Шикарно, согласен. Давай, Сильваныч, тебе, да, на мейнспик. Ой, да, это не тот линкор. Смотри, я линкую, Саша, что с ключа падает. Ну, давайте по приору туда. Там 239-я шмотка. Ну, тоже за 150 идет. Спина основа. За пулем. Слышь? Карнасу даю. По ГП идет она? Да, конечно. Так. Там кольцо какое-то, да, вроде? Да, МП5 хаст. 239 хорошее кольцо. Вы там ебошитесь уже, да? Так мы сейчас сразу Мимирон идем, правильно? Сейчас Мимирон торим, да. Основное там по времени будем смотреть, что останется. Да, мы на изи закроем, типа мы Алгалона с первого. Ну, короче, пока хорошо идем очень. Типа закроем до 12. Меня зацепили трэш-дайдер, вернулись. Сейчас нам новую им. Зацепиться на бофлиц. Бьерн, если не туда, можешь с меня ассиста снять? Я прям не угу. Блять, чё у меня это самое собрание постоянно выскакивает, этот ДБМ вонючий? Ну, я тоже. Фейка, поднимайся.
Интересно, я не знал, Саси. Окей. Да, накинем камни, пожалуйста. Так, а что, мы просто это-то уешим по максимуму? Да, по максимуму уешьте, там на 30% можно точно по рукам играть. Даже на 35, когда будет босс. А мне очень кажется, мы зауешим быстрее даже. Гудрик, что не хватает? Рыбку тебе поставить? Найдется рыбку. Где она тут? Бурлик, на тебе в углу рыбу. Давай, иди сюда. Вот, я поставил со спицами, а вы тебе быстрее принесли. Не-не, вот это им не заслужил. Вал, вроде не починили тебя, потому что что-то по хосте было не очень приятно. Просто что, тренинг ждешь? Да, в принципе, было бы неплохо. Пансерчи на пол. Да пофиг уже, я Лока буду одевать. Сейчас я готова. Пала, это будет у меня для красоты. Торгорщи не хватает. Да винт. Все, пуляйся. У меня задамажит. Это будет красивая победа. Дайте герой для баш. Забавно, печать повиновения не работает. Тут поломали еще петов. В руку играйся, правая рука. Фу, пес. По боссу играем. В руку. Лучи аккуратно. Это не верь, блядь. Тупо. Надо не назад перед, а перед бежать было. Так, успел бы выскочить. Да. Дайте модифир. Нет, не идеально, дай БР поэтому. Как откатится. Сколько там процентов у босса, мне процент не показано. 45. Да можно, ну, типа, уяшим, дальше как раз зальется две руки, мне кажется. Проценты? 36. Не башься по рукам. Чуть-чуть 5, чуть-чуть. Правая рука, приор. Мелизона, Мелизона, разбеги. Правую ручку играем, товарищи. Здесь, ну, я не сейчас, знаю. По рукам чисто. Что-то сломали сирусовские. Ага, три раза луч на кубобе, держу в курсе. Не, тут пуще. Не то, типа, у меня печать повиновения не работает. Да не особо, ты там где-то по огроне не рос. Не-не, это не наоборот бурда. Нужно было. Повиновение, а, печать, это ауешная. Ах, ладно, все, окей. Мимирона? Да, да, да. Бра, а сейчас эту бабу убанем. Это вот. И прямо на Мимирона. А пошли Мимирона сразу. Да чтоб не мешало нам, давайте ее ебанем по-быстрому. Так тут телепорт прямой на Мимирона. Да похуй. Да блин, сейчас бабу вайпнемся, а так бы могли бабу чем ачивку сделать, если будет плюс мораль. Ну, ачивку же. Чем мы не вайпнем? Ой, да смотри, ну как... эту ачивку. Смотри, как она далеко, она сейчас еще 2 минуты будет идти. Ну вот пока трэш залезет. Пролу, все пролу даю. Йорн все оттягивает Мирона. Я не оттягиваю, наоборот, чтобы потом это самое. Не забыли, как в прошлый раз и... На бабу пошли. Это сразу не та сапа, не идись, мало ли кто там одумается забрать шмотку. Тут что-то поломали с этим, в Ульдуаре именно, я не знаю почему, но у меня именно в Ульдуаре постоянно собака начала дохнуть, там где вообще не должна. Не, насчет того, что они сломали все, ты читал баг-репорты, там написано за ретриков, за пэтов призывных, чтобы по ним не работает вот это 90% поглощение АОЕшки.
Да. Это именно только в Ульдуаре срабатывает. В остальных местах это было. Все, отбиваем быстренько ману и запускаем босса сразу же. Стали все в печеньку сюда. Все в печеньку. ДК, готовьте бомжарей своих. Сливаночка подойдет, сразу пуляй. ДК, снайп, мне ФК, алло. Иди в одну точку все. ДК, снайп, блядь. В ром стакнитесь. А чем мы на чего? Геру, ой, чего? Это Геру, блин, какой Геру, это самое. Дайте себе слей бомжи, давайте. Массакру дайте. Геру только не сдавайте, ребята. На минерон нужен был. Массакру улипал тоже, дай. Вот там трепета там расставили, по-моему, надеюсь. Вот, смотрите просто, как они сломали этот ретриков. Я с печатью поминания под крыльями в 8 целей даю 10к, смешно. Если Ивана что там повесить, блядь, прохил. По мобу играем. Стан дайте ему. Быстрее, быстрее добили. Сразу уходим оттуда. Уже. Ушли оттуда. Кастеры в печеньку стакнули все. Все в печеньку стакнули. Все, Сильвана, еще не выйди его так далеко. Не надо. Может, там всем перед лицом встать? Перед лицом встаньте, сейчас умрем. Войд, закинь иннер по лангу. Так, моба играем, давайте станем. Ты там, я все вижу. Стан, либо там танки. Любой милик там зайди. Выше служим. На Мирон найдем все, портуйте через портал. Гудлик, важно не...